Премьера спектакля «Очи черные. Повесть Александра Куприна. Яма» состоится на сцене Русского драматического театра имени Александра Пушкина 29-30 апреля. Над действом работает главный режиссер Норильского заполярного театра драмы Анна Бабанова. Этот же спектакль был поставлен в Театре Омска. В «Яме» поднимается проблема матерей и юношества. Повесть описательна, в ней мало диалогов. Работа над сценарием велась в течение года. Постановка придерживается стилистики кабаре, ресторана. Романса. Спектакль имеет возрастное ограничение. К нему допускаются зрители от 16 лет. Все-таки немножко отражает время, которое тогда было. И это такое, знаете, пир во время чумы. Притон, тюрьму, как бы я ее так, даже так назвала, да, вот эти беззащитные какие-то дети, которых используют, которых обманывают. То есть я думаю, что все равно это образ ямы у Куприна, это образ России.